Ну что, друзья, здрасте еще раз, те, кто смотрит в записи. Я выхожу на середину арены, мне показывают внутри игры следы, где, собственно, я должен стоять для того, чтобы оказаться по центру сейф-зоны. Сейчас еще немножко приготовления. С вами Михаил, он же Майкер. Мы впервые вообще проходим игру в Oculus Rift, и этой игрой стал Half-Life. История про... Ну, наверное, главную героиню после Гордона Фримена, про Алекс. Ей сейчас 19, мы в ее роли. И наша задача... Ну, мы как бы часть сопротивления, там делаем какие-то диверсии, делали, по крайней мере, насколько я понял. И во время очередной там операции выясняется, что нашего папашку взяли в плен. YouTube будет, уже должен стартануть и YouTube, и Twitch богомерзкий. Ей 19... На часах 22, и мы начинаем. Витя, отдельное спасибо за Oculus Rift, а также за то, что он убедил меня поиграть в эту игру. Он был, как обычно, достаточно настойчив для решения проблемы. Вот. Я сейчас... Продолжаем. Глава 3. Поехали. Необыкновенное ощущение, очень хорошее качество картинки, настолько хорошее, что организм иногда просто верит очень сильно в происходящее. Интересные новые контроллеры, это вам не клавиатура и мышка. Здесь отслеживается движение пальцев, здесь отслеживается позиция кисти, рук, движение, соответственно, есть классные комбинации. Особенно поражает, например, как нужно там перезаряжать оружие разного плана. Не просто кнопку одну нажал, ты там выкинул обойму, достал новую, поставил, загрузил патрон. В дробовик тоже по-особому, помните, перезаряжается. Но все это мы сейчас увидим. В прошлый раз нам достался как раз дробовичок в качестве второго оружия, а также фонарик. Фонарик, фонарик. Внутри игры у меня есть чатик. Все, если что, я готов его читать. Так. Да, и мы оказались вместе весьма взрывоопасным, так скажем. У нас есть пистолет. Запас... дополнительное здоровье, если что. И не пипать. Да-да-да, я страшилка сразу. Давайте вспоминать интерфейс. Базовое оружие – пистолет. На нем вы видите количество патронов. У вас интерфейс отображается в левом нижнем углу относительно количества здоровья. Но у меня он отображается вот на перчатке, силовой перчаточке. Количество здоровья – там 30 патронов, под этот фонарик. В общем, поехали. И... начинается опять головокружение из-за... Оу, как непривычно, ё-моё. А я точно здесь уже? Да, я оттуда пришел. Здесь, как видите, место не очень такое гостеприимное. Мало того, что какие-то наросты органического плана, так еще и огромное количество бочек. Я полагаю... Кстати, а я же могу выстрелить здесь, наверное, да? Это же безопасно, правильно? О, careful, careful! Алекс! Что, Алекс, да все нормально? Да блин. Ну, видимо, такая локация. Я обязан был. Липсом, здравствуй. Пижамка вчера лучше была. Эти штаны тоже очень удобные. Квартирные брюки такие мягенькие. Да, получается небезопасно, увы. Получается небезопасно. Жалко. Поехали. Стараемся не пропускать ценных вещей, осматриваемся. И желательно не стрелять лишний раз. Здесь тупичок, смола. Силовые перчатки позволяют вам хватать такие предметы и движением закидывать их в рюкзак. Надо, наверное, потихонечку вживаться в роль, топать хотя бы приблизительно. Когда мы идем вперед для большего погружения. О, еще патрон. А что по второму оружию? Дробовик полностью заряжен, как собственно пистолет. Не стрелять бочки, не стрелять бочки, Михаил. Я уже и забыл, кто там меня ждет. Дверь явно закрытая.
меня сейчас подлаги, кстати, идут. Я бы чекнул на компе, не запущено ли что левое. То мне FPS сейчас какие-то спайки идут. Может, локация такая? Я уже успел забыть, что это за место. В прошлый раз я проявил неосторожность и начал стрелять по пакам. Ага, ну вон, пожалуйста. Там впереди. Впереди меня будут жрать. Причем жрать активно. И избавиться от этого я не могу. Я могу, конечно, попробовать отстрелить товарищей. Мне кажется, хотя бы одну из них я должен отстреливать. Главное не попасть по рядом находящейся бочке. Бочком. Еще одна бочка. Интересно, я могу здесь протиснуться? Скорее всего, нет. О, могу. Могу, но... Блин, как же... Здесь не могу уже. Где этот? Как же быть-то? О, черт. Ну, почему нет стрельбы? Почему нет стрельбы? Не было. Как будто перчатку он не хватает. Аккуратненько проходим. Видим еще несколько таких тварей. И... Наверное, можно как-то пройти мимо аккуратно. Но мне кажется, что надежнее все-таки еще потратить 3 патрона. Это не так много. Давайте с это самое. Раз. Перезарядились. Ой. А тут продолжается, смотрите. Тут бочек-то меньше не становится. Зомбарь опасный. Так. Закрытая дверь, кнопка, для которой... Оп, патроны. Для которой нужна деталька, помните? Ха-ха, желательно не промазать по бочкам. У-у-у, ладно. Прям точно-точно давай. Хорошо. Вон, вижу нужную деталь. Как там чатик? Минус сотка, говорит Витя. Да ладно. Я хотел проскролить чат! Нет! Минус сотка, Витя! Серьезно, блин! Ах ты... Там не запустилась трансляция, да? Витя, ну... Черт. Ну, у меня чатик просто. Вот когда это так делают, здесь настроен чатик. Не запустилась озвучка. Да, озвучка-то ладно, бог с ней. Хотя нет. Давайте не будем. Сейчас я отвлекусь ненадолго. Запущу. Во-первых, уберу, наверное, всякие там дискорды. Уберу. А что еще может, кстати, мне мешать? Так. Канал. Давайте проверю. Проверю, как у нас работает плеер другой. Да все работает. Черт. Ну, Витя, конечно, со своей минус суткой. Сферат поддержал, сообщает Михаил. Не хотите прокатиться на тарзанке и поделиться впечатлением? На какой тарзанке? На какой тарзанке? Где мне еще взять? Ты имеешь в виду, в игре там будет тарзаночка? Ну, если будет возможность, прокачусь, конечно. Так, хорошо, что мы засейвились после вот этой вот темы. Но Витя, конечно, да, Витя спровоцировал. Сразу убираем пушку, что здесь явно придется по это самое.
Ну, может пригодится вторая рука, в общем. Сюда можно зайти, но мне кажется, там уже будут противники, так что давайте-ка возьмем. Возьмем. Ё-моё. Возьмем пистолет. Да ладно, закрыто. О-о-о. Что, обходить придется, видимо, нам туда. Нам придется туда. Вижу Лутецкий там где-то наверху. Баки, баки, баки. You think you'd have a job for me? Job? Alex, you invented the Alex. Of course you can have a job. We could be partners. Oh, well, well, there would be stock options. 5 to 10 year vesting period, obviously. Could be very lucrative for you, Alex. I don't know what any of that meant, but... Вижу врагов. Sounds good, partner. Yep, sounds good, конечно. Alex? Темнит этот мужик что-то. Так, здесь было что-то наверху, кажется. А может и нет. Впереди зомбарь, вижу, уже идет. И при этом постоянно вот такие вот штуки свисают сверху. Мне почему-то кажется, что я до сих пор не могу стрелять в бочки. До сих пор. Да, он там есть. Ладно, давайте так. А тут рискуем потерять здоровье на проходке мимо. Еще один сверху. Гад. И еще, и все здесь взрывается. Он уже начинает. Блин, бочка. Главное, бочку не стрелять. Пройдем сюда, не пройдем. Не хватило патронов. Давайте-ка я даже не буду экономить этот несчастный патрон один. Мне бы как-то его отстрелить, знаете, отсюда еще, чтобы не заходить дальше. Не рисковать сильно. Что попадусь, и все, и начнется вот слово за слово. Эх. Патроны, кстати, пригодятся. Сейчас надо очень, блин, точно стрелять. Залезть. Да, блин, полезный какой, а он? Но он вроде пройти не может. Да, я понимаю, что... Подождите, какой залезть? Ну что-то... У меня тут проблема, алло. А подсказку никак не убрать. А у него там залезть. Кто так делает вообще? Там враг? Одно неверное движение, и все, и конец. О, смола, оказывается, здесь. Можем как-то ее вытащить? Так, наверное. Ну. Хорош. Это необходимо для улучшения оружия. Ну, этот упырь все еще ходит с этим, со шприцом. Боюсь по бочке попасть. Боюсь, блин, попасть по бочке. Шприц минус, да? Ну ладно, переходим. Осматриваемся, видим еще одну смолу. Смотрим, что... А может, подлечимся, а, друзья? Как это сделать, только я забыл. Как-то же можно, да? Да. Посмотрите здоровье. Ну, у меня просто есть уже такой шприц, который... Выглядит весьма уморительно. Но очень хорошее погружение. Со стороны, конечно, сложно. Сложно. Видите? Да, блин. А! Ой! Уи,
Нельзя стрелять в эти бочки. Их количество, опять же, говорит нам о том, что, скорее всего, ты выстрелишь, и все. Вижу смолу. Патроны вроде как есть. Вижу еще одного. Там, похоже, да, еще один лутецкий. И в целом... Окей. Я вряд ли пройду. Ага. Ага. Аккуратно. Немного жутковато, конечно, потому что... Ой-ой-ой. Только не в бочку стрелять. Намазал. Хорошо. О, да ладно, патронов уже не осталось. Да вы серьезно? Тут, конечно, одна обойма. А! Как? Как? Тот же засосал бочку, тварь. Точно, и она ж детонировала, когда она дошла до верха. Понял, блин. Вот это да. Я что-то не подумал, что я подумал, что мне просто в бочку не надо стрелять. Да, вот так вот, вот так вот. Загружаемся. Посмотрим, где мы остановились. Кстати, совсем недалеко. Видимо, это скриптовая смерть, только... Кладу раз. И давайте смотреть. Соответственно, раз, два, три... Это раз. А здесь я не могу про это самое, да? Ну сразу начинаем. Он уходит такой, расстроенный. Ну чего ты, ну? Ой. Да блин. Так, хорошо. Ничего я там сзади не забыл. Вроде бы, ну, скорее всего, забыл, но из того, что в прошлый раз взял, наверное, ничего не забыл. А, здесь можно подлечиться, но со здоровьем у нас все хорошо. Берем. О! Ой! Извините. Я что-то не подумал, что я так просто у тебя это не заберу. Тратить патроны. Можно его. Ах ты, тварь, а. О, можно поймать даже. Класс. Можно даже поймать. Два патрона. Баллон не взорвать, идем сюда. Вот эта штука, может быть, где-то она есть, конечно. Наверняка, да, где-то я оставил. Но полное здоровье, я думаю, что нет смысла. Так, а это что такое? Патрик, я еще забыл. В целом, я не очень-то и вижу, что еще можно отсюда подрезать. Ладно, идем, у нас есть необходимая деталь. Нет. Тут шорткат, а там хил. Оказывается. Ненужный, но хил, понимаете? Last one. Патриков не осталось, блин. Надо переключаться на дробовик, я думаю. Наверное, да. Класс. Так, и подходим с этой штукой. Ставим. Чпоньк. Поехали. Ну давай. По часовой стрелке надо. Хорошо. Нос чешется.
Чатику привет. Я вас вижу, кстати. Я вас вижу. Думаешь, он бы съел вентиль? Ну, а вдруг испортил бы? О, и переход на следующий. Хорошо. Осталась зона взрывоопасная позади. Мы в результате потратили огромное количество патронов. Пистолетных, правда, базовых. Набрали вроде смолы. Этого точно хватит на апгрейд. Там 20, ну, наверное, 30 даже уже единиц смолы. Смолы есть. И загружаемся. Привет, Аздумус. Ацумус. Руставели говорит, здорово, Миша, привет тебе из внешнего мира. Да, внешний мир, после того, как ты поиграешь, там, не знаю, пару часов, снимаешь очки, и ощущения, конечно, тоже такие необыкновенные, как будто ты с какого-то аттракциона невероятного спустился. Эко-1 обладает номером сектора движения дозорного нарушителя 713. Патронов нет. Может, этих уже начать осматривать. Возможно, у них что-то найдется ценное. Ну, а вдруг выход на поверхность? Я скучал, на самом деле, по свету. Не похоже, что у них что-то есть. О, свежий воздух. О, я здесь мертвелые. Обострение сил первичной. Что? Красиво, конечно, красиво. Вижу Патрики сразу. Ой, это... Прикольно. Не поймал просто. Это были не патроны. Там перестрелка впереди, как вы слышите. Я бы осмотрелся здесь. И трубчик, и каску можно вернуть. Говорят, даже каска для чего-то помогает. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Атакует там кто-то. Идем. Прыг. Внизу стрельба, да? Нифига себе. Автоматическое оружие у них, говорят. Уже генетически, так что не свезло. Но, может, ты найдешь пушку без защиты или согласишься на небольшие генетические изменения. Обойдусь, Росс. Угу. Ой, не заставляйте мне этого зомбаря переворачивать в поисках патронов, а? С одной стороны, хочется. Сколько у нас патриков-то осталось? Ноль! Это последняя обойма. Макер не стримит на YouTube? Да нет, должна быть ретрансляция. Я перепроверил, на Твиче есть, соответственно, на Ютубе, скорее всего, тоже. Так, ну здесь, похоже, мы просто идем по прямой. Там вряд ли можно было пройти, хотя знакомые поезда тоже такие старые. Бежим, бежим, бежим. Продолжаются перестрелки. Да. У меня явно сюда. Прям явно. К тому трупу. Я просто не очень хочу пропускать ценные вещи. И спускаться вниз. Недолго мы походили по открытому пространству, да, по открытому. По открытой площади. Но, видимо, делать нечего. Придется спускаться. Как же? Мне кажется, что я могу просто, как спускаясь вниз. О, апгрейд для оружия. Опачки, здравствуйте. У меня точно есть накопленные вещи, которые пригодятся. Ну, которые можно... Давайте сейчас посмотрим, что у нас... Как мы можем улучшить свое оружие. Да, только сначала надо решить нехитрую загадку. Ну, я такой вот. Давай, Сим-Сим, откройся. Смотрим, что по пистолету. Сбагриваем пистоль для начала.
Коллиматорный мы взяли, лазерный прицел не хватает для более точного прицеливания. Одной смолы не хватает. Может, по закону... Вон, по классике жанра смолу подрежем. Вон она. Теперь у меня 35 единиц смолы. Лазерный прицел. Отсек для дополнительных пуль у нас патронов не хватает. И стрельба очередями. Ну, тоже патронов не хватает. Давайте попробуем сменить пушку. И посмотрим, что у нас там по дробовику. Лазерный прицел для дробовика. Такое себе. Двойной выстрел. Интересно. И автозагрузчик, и гранатомет за 40 смолы. Я даже не знаю. Точное прицеливание. Автозагрузчик. Я бы либо второй, либо третий взял. Если будем что-то улучшать, то наверное, двойной выстрел. Я хотел его... Кстати, смолу. Вставляем первый блок. Второй. Все, что нас же, это не посильным трудом, понимаете? И 5. Все. Процесс улучшения идет, как вы видите. Достаем. Давай. Come in handy. О, это пригодится. Come in handy. 7 патронов. И 2 ствола, да? Нет, 1 ствол. Хорошо. Так, но я все равно пока что переключаюсь на пистолет. Он как бы более универсальный, скажем, для прицельной стрельбы. Дробаш нужен, когда все плохо. То есть ты начинаешь и... Начинается беспорядочная стрельба, когда уже все вокруг, кругом враги. Прыгаем. Опа! Не понял. Это что такое? Тебе патрон не жалко, друг? Неприятель проявляет усталость, что? Сейчас я проявлю усталость. Будет сделано. Я жду. Подождите. Оп. Так. Ну ладно, наверное, давайте попробуем прицелиться в него. Но это было очень дорого. Я получил, кстати, урон. Ладно, не будем пока тратить. Но мне кажется, надо переключаться на дробаш и на градобаш идти, просто валить их нафиг. Хилка впереди. Тем более не нужно было правильно сделать, что не использовал. Почему не включается этот фонарик? Да, из-за угла прикольно вы это самое выглядывать. Вот где эти патроны-то, а? Полутать бы твою сумочку. Но похоже, что нет. Похоже, что не выйдет. Туда пойдем, там есть патроны, но сначала здесь осмотримся. А вдруг? Ну не похоже. Идем. Патрики берем. И... О, тут халявное восстановление здоровья, смотрите-ка. Даже не нужно искать эту банку с жуком. И вон те патроны надо взять будет. Класс. Я готов. Рядовой бобер. Ready for action. Поблизости омертвелы. Он сейчас двинется. Теперь потрясен, развилка, альянс, пригнись. О, да ладно! Серьезно, что ли? Вы серьезно?
Что, блин? Подождите, что делать? По мне попадают. И патроны куда-то делись. Я побежал. Не-не-не-не-не-не-не. Что, блин? Какая... Хилку. Так, у меня есть дробаш. И совсем нет здоровья. Они продолжают стрелять. Я такой выхожу. Раз, два, три, четыре. Класс! Раз. Загружаем. Оп. Надо вернуться за Патриками. Так, возвращаемся. Не, ну как-то больно. То есть ты не можешь бегать быстро. Тебе надо как-то из-за укрытий. Вообще, видимо, предполагалось, что ты должен поперестреливаться с ними. Но бобер пошел в рукопашку. О, можно было прикрыться этим трупом. Шу-шу-шу. И так из-за него так стрелять. Класс. Руку бери. Пойдем со мной. Так, все, ну я с ним пойду. Так, нам явно направо, но я сначала побегаю. Побегаю, смотрюсь. Мне периодически картинка рвется, видимо, из-за того, что я кодирую. Ну, это, не знаю, то ли из-за контроллеров, то ли из-за нагрузки на комп. О, еще. Вот мы набрали с вами, Патрик, 60-80. И я уже пожалел, что начал грейдить дробаш. Хотя, если бы я не грейдил дробаш, вот так, такой скорострельности у него бы не было, конечно же. Оружие к бою. Опа. Я вижу, там они... Вижу их. Ага, они меня тоже прекрасно видят. Между прочим, мне кажется, надо вот так вот как-то проходить. Просто. На картах, короче, на картах. Оп, подлутал. Оп, сиги. Брать этот и прикрываться им. Оп! Ай, ё-моё! Это так круто, вообще необычно! И не хочется дергаться резко, потому что ты же знаешь, что вокруг тебя комната, какие-то границы. Уа-а-а. Круто! Так, а почему он загорелся, кстати, друзья? Почему он загорелся? Я попал в какой-то баг ему, да? У них, видимо, есть какое-то уязвимое место. Посмотрим. Постелил телевизор. Но погружение в игре очень хорошее. Давайте посмотрим, где мы остановились. Ну, понятно, да. Мы как раз перед этим самым экшеном. Мне бы издалека попробовать поработать по ним. Вижу, слева уже выцеливает меня пес. Ну! Нифига себе, они ушли. Уязвим у них только голова, прикиньте. У меня уже здоровья нет, алло. Не так просто попасть, поверьте. Ой, ёпперсы, у меня есть там хилки еще? Нет у тебя хилки. Что делать? Точно по голове стрелять, блин. Горит. Нормально. Взрываемся. Изи. О. Да есть у меня время, мне бы хилку достать. О, а вот хилка, кстати.
Хотя бы какая-то. Будем или не будем тратить? Не, давайте в карман положим. В подсумок. Ну, они, да, они какие-то... Ну, они, во-первых, плотные, блин, а им надо стрелять строго по голове. И... Ну, не знаю. И постоянно еще... Прицел дрожит. Что-то у меня руки дрожат. Ну, прицел дрожит, скорее всего, потому что руки дрожат, да, логично. В ящике надо проверить, что там характерный. О, и там хилка есть. Давай, иди-ка сюда. Иди, иди, иди. Ну, возьми его. Ну, возьми, ну... Зря. Лечимся тут. Кстати, можно будет открыть это силовое поле. Но для начала я бы восстановил здоровье. Старый добрый звук, да? Подчеркивание, Джин, подчеркивание. Привет, спасибо. ВБНЗАКЮ переподписан 27 месяцев. Так. Идем дальше. Да, кстати, если... Блин, там говорят, рестрим на YouTube не стартанул почему-то. Но я стартовал на этот идет. Вить, а можешь Ильдару написать, пожалуйста, если ты здесь? Пусть он посмотрит, а то мне кажется, что мало того, что я не факт, что справлюсь со стартом, так еще и нужно шлемак одевать. Снимать и одевать. Так, где-то поблизости есть терминал управления. Ну, не знаю. Ну тут не все так просто. Видимо, нужно запитать обе вот эти вот штуки. А для этого нам нужно... Вот тут разводочку, видимо... Либо тут, либо там. Да? В принципе, можно так и так сделать, да? Почему ты наверху не можешь? А, не, нельзя так. То есть тут еще снизу надо двинуть. Так вот. У тебя достаточно времени, чтобы подключить терминал к сети. Терминал к сети. Терминал к сети. Окей. Стремновато бегать по такому полю, знаете, я как... Так я смогу остановить поезд прямо здесь. Нужно просто активировать терминал. После этого нужно готовить к бою, то его отца так просто не отдадут. Понятно, то есть здесь мы по плану стопаем тот поезд, на котором все еще отца везут в... Ну, в пыточную, так скажем. Кстати, там можно стрелку переключить, но мне похоже вон туда. Ну, если терминал, то наверняка где-то здесь. Да. Торопись. Нет, подождите, давайте я посмотрю, что вокруг. Ну, потому что нам же сказали, что надо подготовиться. Каска на мне. Эти штуки можно открыть, что ли? Нифига себе. Ну, это да, подсказка от интерфейса, видите, вот эти красные штуки, они... А эта штука, скорее всего, нам пригодится для того, чтобы терминал... Погоди. Ну, вот. Давай-ка сюда. Здесь пусто. Ну, ящик, конечно, хотелось бы достать. Сейчас, подождите. Это не так просто. Он большой там. Да. Какой же ты тяжелый-то, а? Да. Ну, ясно. Все зря. Так, что еще? Коробка. Это нет, там ничего нет. Берем. И, похоже, идем. Нет, не так. У меня резко как-то эти...
Иногда телепортируются контроллеры, не знаю, почему так. Так, здесь нам пригодится, во-первых, инструмент для первичной активации этого, этой штуки. Нам предлагают... Нам предлагают решить очередную мегасложную головоломку. И вот эта штука явно пригодится сейчас. Так, ладно. Давай-ка. Так. Ага. Это раз. Дальше опять лазерный луч, который необходимо, видимо, провести... Где-то мы эту бобину-то и посеяли. Может, она не нужна? Не, явно нужна, видите. Для того, чтобы система заработала, необходимо. Угу. Туда я еще не ходил. Подождите, я сейчас. Ну. Так. Ёшки-матрешки, серьезно? Все не так просто, оказывается. Мне кажется, мне пригодится пистолет. Дайте-ка. Еще собираем смолу. Что, блин? А ну-ка, пес. Я... У меня есть бочка! Нет, бочка не хочет со мной идти. Понятно. Это раз. О, этот бронированный. Да ладно! Да ладно! Так, ну там товарищ, который очень плотный. Мне кажется, надо все-таки сейчас использовать хилочку. Ладно, поехали. Да уйди ты, блин. Бочки эти мешающие, вечно мешающие. Добрый, как говорится, день. Ой, он же бронированный. Блин. А тот бронированный, помните? Есть. Попали, хорошо. А то можно было столько патронов на него слить. Темнота. Ага, и мы таким образом должны проверить. Вот, что нам нужно. Ну, я на всякий случай чекну и остальные блоки. Ну, а вдруг... Что-то ценное будет. Но мне нужна вот эта штука. Поехали. В целом... Ничего себе там. Внизу. Эта вещь тоже, мне кажется, может как-то открываться. Телефон, ящик. Ставим. Окей, не волнуйтесь. Но train is coming. Класс. Раз. Два. Не волнуемся, не волнуемся, нормально все. Готово. Что происходит? А, терминал пошел, да? Просто перезапусти систему. Как? Ну там, я помню, рычаг был. Блин. Another way. Все, нам... Я побежал.
10 секунд. Okay, just throw the switch there. 5 seconds. It won't stay. You've got to hold it down. Держать его надо. О! Нет! 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 Я что? Я тянул, я держал! Какого? Что? О, блин! Ну, можно. Здание прекращено, да я понял. Просто people. Потеря необходимых ресурсов. О, ну он выскочил из руки. Я. Мне он не сказал, что надо держать. Ну ладно, давайте еще разок попробуем. Да. Да. Все шло по плану. Я даже догадался, куда надо мне бежать. Эх. Я же жал, я же держал. Я же держал. Все получится. То есть он должен был на другой путь. И тут я такой снова бегу. Бегу. Время вагон. Нет! Минус лицо от камня! Твори добро! Вот это я, конечно... Это все я? Что это перевозит туда такое? Ну и ясно. Там все завалено. Хорошо подлутать успели. Похоже, мне сюда. Добрый вечер. Капсула твоего отца. За моего отца. Папа! Папа! Дэд! I'm over here, honey. I need help, hurry. Okay. I'm gonna reach out and pull you up. It's gonna be okay. Подними ручку, подними. Что? Ready? Yeah. I'm good. Give me your hand. Да блин, я не хочу! Ой, подождите, подождите, подождите. Сейф зона, отец уже. Ну ясно! Еее, джедаевская сила вартигонцев! Или как его звать, этого зеленого? Я пришел помочь, как я и говорил. Спасибо! Спасибо! Оставайся там, я придумаю, как добраться к тебе. Что такое? Какое-то супероружие они нашли. Что-то важное. Альянс держит его здесь, в ЗК. В каком-то бункере. Не собирается, собирается приводить. Нужно украсть его. Сломать, выясним, используем оружие против них самих. Понятно, хорошо. Иди к бункеру, я отнесу эту штуку к Расселу и возьму за работу. Где бункер-то? На северную звезду. Ищи. Да, да, ищи северную звезду. Прямо в центре языка. Поднимись повыше, поищи как следует. Я буду сопутствовать самому Элаю Вэнсу, обеспечивая безопасность. Фанатик какой-то. Ну ладно, хоть спас. О, и что, мне прыгать, что ли? О! I love you too.
потянись на себя, чтобы показать направление прыжка, отпусти, чтобы прыгнуть. И не страшно совсем. Счастливо, спасибо. Это было несложно. Hey, Russ, keep an eye out for Dad, okay? I'll let you know if he gets here. When he gets here. Так, а здесь у нас немножечко смолы и... Оп, все разбрасываю опять. И немножечко патриков. Смолу где-то сзади уже оставил. Кинул, черт знает куда. А вон она. Да. Вот так вот. В целом... Ну что, в целом, патроны есть. Здоровье какое-никакое есть. Боник, здравствуй. Мы двигаемся дальше. О, желтый, желтый, зеленый, зеленый, красный, синий. Ага. Ну то есть раз, два, тан-тан. Да, эти близко должны были быть, да? Помню. А вот эти вот, кажется, близко. Бам-бам. Эти вот близко. Вот эти вот близко. Тан. Бам. Магия. Я готов. Я иду. Бойтесь бобра. Я сам себя боюсь. Так, ну окей, опять ящики, которые хотелось бы, конечно, разворотить. Но не всегда они что-то ломаются нормально. Я не знаю, как это объяснить. То они с ноги ломаются легко, то не ломаются вообще. Там есть что-то внутри? Похоже, что нет. А в этом? Не верю, не верю. Чувствую, лут где-то упускаю. Спускаемся. Так, здесь надо сигать, видимо, да? Ну да, получается так. Оп, стоп. Сказали стоп. Загрузочка пошла. Возвращаемся на исходную. Меня показывают, где центр комнаты. Я возвращаюсь. Амаги, здравствуй. Добрый день, говорит Амаги. Какой день? Ночь уже скорее. Какой сет у Майкера? Сет? Сет? А что такое сет? Тут еще разные сеты есть в игре. Вот, мне кажется, нужно это самое... Кондей включить. Но для этого нужно выбраться за границу круга. Ой, это что такое? Подождите, подождите, подождите. Я пытаюсь... Задача у меня найти пульт. То есть я должен сначала посмотреть... Ууу, как я далеко от... От потенциального стола. Ага, это стол. Так. Осталось найти пульт. Это не так просто, друзья. Ой, я нашел пульт. И... Ой, я вижу, как он... Я вижу, как он это самое... Мигает, представляете? Ладно, возвращаемся. Фух. Сразу по свежее сейчас будет. Знаешь, не без проблем, конечно, нам удалось вернуть отца. Это хорошо. Да. Скорее всего, привлечет некоторое внимание. Определенно привлекает. Они нас ищут теперь уже. Ну, мне не привыкать. Михаил, там мультиплеер есть? Если нет, прикольный клон контры. Если нет, есть прикольный клон контры для шлема. Я думаю, что есть. Но здесь, конечно, все очень криво в плане привыкания к... Ну, то есть, это не мышка с клавиатурой. Здесь ты начинаешь уже... Так, здрасте.
Какие-то подозрительные. If. Look, I know we've only been working together for a few hours now, but I want you to know I'm proud of you. Okay, you're under a lot of pressure here. Wow. Russ. So much pressure, in fact, that I hesitate to even bring it up, but I did notice that when you reached out for your father's hand, had he actually grabbed it, his grip would have crushed all the delicate senses in the Russells. Ah, okay. Totally understandable, and would have been worth it, by the way, in this case. Right. Having said that, I have a hard time imagining another situation where that would have been the case. And much like your father, the Russells are priceless. Okay, so just moving forward. Russ, I promise your gloves are safe with me. Я не думаю, что нужно читать на русском языке то, что они говорят на английском. У вас же субтитры тоже на экране есть. Поэтому вы прекрасно все понимаете, даже не зная язык. Так, а здесь она закрыта, да? Закрыта прям основательно. Вижу Лутецкий, причем неплохо так Лутецкого там. Там смолы очень много. Как минимум две штучки. Интересно, я могу ее каким-то макаром? Скорее всего, нет. Забайчено. Ладно, попробуем обойти. Патрики есть. Туда и направо. Типа, как-то нужно эту дверь открыть. Вижу еще смолу. Еще смолу. Ну, давай. Осматриваемся. И возвращаемся. Но мне кажется, что... Ну, либо я с другого пути... Обычно такие двери не открываются. То есть двери без ручек, они не открываются. Либо я попаду туда, например, сверху как-то. Если это возможно, конечно. Либо мне нужно искать... Здесь путь неподалеку. Кстати, вот ящик-то я не пробил. Шприц-то мне пригодится. А, здесь тоже. Ну, здесь глухо, видите, такой такой обзор, уходящий в темноту, в серость эту. Я думаю, что без шансов. Короче, мне кажется, что мы сможем попасть туда, забравшись, ну, как-то сверху. Вот там явно есть еще место какое-то. Главное не забыть, что есть такая возможность. И присматриваться. Вон через окно, например, сигануть. Почему бы и нет? А кто у нас здесь? Трубчанский. Ну ок. И пусто. То есть мне нужно вот сюда сигать, да? И здесь через окно. Очевидно, не в дверь, а именно через окно. Ага. Могу ударить, нет? А! Мои руки. Ну что, ты не можешь забраться, что ли, туда? Я тут голыми руками стекло бил. Он не может забраться. Что? Может, надо как-то... Может, как-то руками, не знаю. Как это работает? Или я не могу сюда забраться. Давайте проверим, что за этой дверью есть. Да, сюда можно по-другому было прийти. Тут ключ, ограниченный доступ нам пишет, только по пропуску. Пропуск, возможно, есть у молодого человека, который скучает. О, тут не молодой человек, тут краб у нас. Давай. Отлично. Патрики для дробовика пригодятся. Еще один пропуск, дверь. И... Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. В ящиках. О, калькулятор. Больше ничего. Мне кажется, надо с этим товарищем как-то его обыскивать. А вон ключ. Электронная карта пропуска.
Интересно, мне... Та-дам. Она бесконтактная. Возможно, это карта к тому, к той двери. А сюда мы еще вернемся. Этого товарища тоже подлутаем. Электронная карта пропуск. Окей, давай проверим. Да. Ну, не пригодится, скорее всего. Ой, нездоровые опять вот эти вот темы. Ёшки-матрёшки. Ой, ай-яй-яй-яй-яй! Блин, да... Твори добро! Задом, 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 задом. Раз, два, три, четыре, смотрим. Это опаснее, на мой взгляд. Раз. А не слишком ли ты жирный, друг? А, блин, твою... Сколько? Я раз 7 попал, когда краб был на нем. Может, надо стрелять по другим частям его тела? А потом еще по крабу раза 3. Ё-моё. Ну, вы видели. Когда он на тебя уже прыгает, это... Это уже конечное, если здоровья нет. Рокет Ракун, привет. Да, меня съели. Меня съели. Ничего, сейчас мы отомстим. Мы им всем отомстим. Здрасте. До свидания. Главное, в проводе не запутаться, понимаете? Так, Патрик есть. Вон он, видите? Ой, застрял. Не, нормально. Сейчас аккуратненько постреляем. Да блин! Короче. А, забыл. О, ушел. Спокойно, спокойно, ребят, спокойно! Тихо! Тихо! Ай, ёп! Парусы ты! Systems, robotics, networks, I can make short work of those. But not data encryption. Might as well be an alien language. Well, it is an alien language. Anyway, look, Eli's your guy. Да ну, тут вообще какие-то дикие вещи. Так, лифт работает, это хорошая новость. А, плохая в том, что я внизу оставил Лутецкий. Не факт, что лифт меня отправит вниз. Не факт, что мне, в принципе, туда. И я оставил еще дверь с пропуском сзади. Вполне вероятно, она как бы... Тут где-то в другом месте пропуск. Хотя это странно было бы. Это было бы очень странно. Не, может, это и шорткат какой-то. Или потом откроется проход. Потому что я здесь особо не вижу. Ладно. Черт с тобой. Давайте. Заряжаемся. Жалко Патрик, блин, тратить в пистолете. Поехали. А, тут выбор, на какой этаж. Давайте начнем со второго. Мы поднимаемся наверх.
Ой. А что это за звук? Ой. Похож на хэдкраба. Но... Он наверху где-то. В потолке. Ладно, падают. О, нет, он впереди уже. Он такие звуки реалистичные. Тут в... Я уже говорил об этом, на всякий случай еще раз повторю. В шлеме встроены динамики. То есть ты можешь подключить наушники. Но я сейчас без наушников, но слышу все очень... Алекс, look out the window. Смотри, в окно? В какое окно? Holy crap. That's gotta be the vault. Yeah. Ё-моё, там еще... Dad didn't mention it was floating. So even if we make it there, а, вон, бункер. We still have to get up to it. Yes. Oh, the cables! Look at all the cables attached to it. Да, all we have понял. To do is follow them. And break whatever's at the other end. And down comes the vault. Simple, easy to follow. Yeah, I like this plan. Так, наша задача посмотреть, куда идут эти вот кабеля, и подрубить, и помним про краба, помним про оставленные сзади вещи, тут розетки какие-то, армированные стекла, которые, скорее всего, мы прострелить не можем, в этом смысл. Надо быть готовым к крабу. Вижу немножко патронов, и еще немножко патронов, какие-то трупы непонятные. Ну давай. О! Электронная карта пропуск. Я могу ее, интересно, засунуть себе в под в этот. Вау! Прекрасный интерфейс. В рукав мы ее берем. И так, номинально проверяем, что тут еще есть. Можно проверить было на всякий случай, вдруг энергия была бы. И мы... А это что такое? Просто ластик. О-о-о! То есть я могу взять карандаш. Правильно понимаю? Это не карандаш, а может карандаш? Ну, постирать можно наверняка было ластиком. Так, с этой картой... О, это же... У меня уже есть. Давайте подлечимся, окей. Немножечко. Лутаем патроны. Здесь, похоже, тупик. Мне нужно возвращаться назад, спускаться. Или возвращаться на тот же самый этаж и использовать ключ-карту. Либо... Я думаю, можно ли двумя руками взять и поставить на место эту штуку. Скорее всего, нет. Ладно, хрен с тобой. Возвращаемся назад. Но мне кажется, сейчас скрипт сработает. Сейчас этот краб, которого мы как бы должны оставить близ за спиной, выпрыгнет. Да, я же говорил, блин. Много их. Так, ну хорошо, дробаш у нас есть. Раз, два, оп! Давай, открывайся. А, отлично. Это я понимаю оружие. Патронов нет. It's all about sending reinforcements into the quarantine zone. On the plus side, that means Dad is still on his way back to you. We'd have heard if they recaptured Eli Vance. And on the downside, getting to the vault isn't going to get any easier. Так. Давайте, наверное, сюда. Возвращаемся. Я перезаряжусь, пожалуй, все-таки. Слишком мало патронов. У меня теперь есть ключ-карта. Я могу открыть ту дверь. И помним, что все еще оставались... О, стоп. Это что такое? А, это патроны, типа, оставшиеся, да? Из того...
Интересно, они приплюсуются к моему значению 60? Нет, это просто типа пустой. Ну такой полупустой. Следующую карту достаем из широких штанин. А! Так, не достать, да? Ну и, скорее всего, он не пригодится. Здрасте. Здрасте, пожалуйста. Что это такое? Гранаты? Нажмите, чтобы активировать гранату. Ой. Ой. У-ху-ху-ху! Охренеть, разно. Надо было их кинуть, чтобы... Если никого не убил, себя покоцал. Так, что здесь? Что здесь? Раз и два. Я не помню, что здесь нужно делать. Так. И пройти типа к нижней части, да? Дотащить ее. Да блин, твою ж налево. Давайте повернем, она мешает. Добро. Класс. О, добрый вечер. Кайф. На рулетку похож. И нам последний остался. Его тоже накормим. Ха! Гей! Давайте, может, попробуем гранку одну с собой за это самое. Если ее можно с собой взять, я бы взял. Да ладно, можно! А можно вторую? Ну да, только вместо одной или другой. Ладно, теперь у меня есть ручная граната. Почти, почти ручная. И спуск вниз. Я все еще думаю, что оставил нечто ценное в той комнате. Не вернусь. Уже не вернусь. Кто его знает? Еще гранатка. Раз, два. Можно скинуть ее вниз. Там народу! Смола вижу. Давай-ка попробуем подоставать. Как же мне вам ее скинуть, чтобы... Добро. Напряжение. Там еще взрывы какие-то пошли. И последнее. Я вижу одного. А давай-ка так. Это так круто! Просто круто! Увидели? Просто... Класс. Еще пачка гранат. Но мне кажется, что уже зомбарей-то не осталось. Просто не осталось зомбарей. Я, конечно, попробую с собой взять эту штуку. Ну, про запас. Пригодится, я думаю. И, возможно, вытащить еще вот отсюда. Смола там была где-то, да?
Блин, как же классно. Настолько все продумано. Фух. Вижу патроны для дробовика. Спуск вниз. Похоже, что тупиковый. И... Давай. Здесь, да, здесь тупик. Здесь тупик, и мне туда. Я вижу... твари впереди. Вижу гренку там. Наверное, используем ее. Не будем доставать. Она таки не взорвется, да? Ага. Но зато он мне не переварит. И мне это придется в руки сейчас брать. Желательно центральный скормить. Минус 3 просто. Минус 3. Можно пройти? Можно пройти. Точнее, можно за лутом пройти. Хорошо. Поехали. Ой. Это все еще товарищи внутри были. Один остался как минимум. Ой, нет, это серьезней. Ну где? Я пытаюсь точку эту найти, коллиматорную, блин, а нет. Очень часто не это самое, не в очевидном месте. Все никак не могу привыкнуть, как прицеливаться нормально. Так, эта штука нам пригодится. Здесь битые зомбари, мы, в принципе, можем зайти. Дверь мы тоже даже можем открыть. И гранатки я вижу. Давай-ка. Мне-то и пистолет особо не нужен, да? Закрыто. Закрыто, да, говоришь? Закрыто, закрыто. Ладно. Ладно, посмотрим, что у нас откроет. Так, пока. Так. Что он откроет? А, запас гранат он откроет. Это типа нычки с этими, с провизией, с полезными вещами. А, и вот оно место, которое боялся пропустить. Пожалуйста. Пара смол. Тогда мы, получается, ничего не пропустили, да? Все, взяли, что хотели. Что-то светится еще. Этот мне не нравится, товарищ. Это похоже просто на замок, не открывающийся. Так что здесь мне нужно каким-то макаром это силовое поле выключить. Правильно? Правильно. И мне дали поразительно большое количество мин. Может быть, мне запрыгнуть? Может, я могу что-то сделать сквозь это поле? Нет, оно довольно плотное. Так, и дверь. Вот он, кабель питания. Идет. Туда, да? Туда идет. Потом высовывается там. То есть мне надо закинуть туда, видимо, вентиляцию греночку, чтобы все рвануло к чертовой бабушке. Включая кабели, все, что там есть. Ну, вы знаете, это не так-то просто. Это не так-то просто. Я точно туда попаду? А не факт, что оно пройдет. Ну ладно. А, поехали. Понятно. Первая попытка не увенчалась успехом. Можно попробовать взять ящик, например, перенести. Вот это будет гораздо стабильнее, на мой взгляд. То есть мы берем ящичек двумя руками, потому что он тяжелый.
перетаскиваем его сюда, ставим для того, чтобы тупо дотянуться. Ну, даже можно чуть подальше его поставить, наверное. Проверяем, что мы можем на него забраться. Ну, так себе. Не очень надежно. Да, можем. Все, здесь, конечно, попроще. Так. Да. Изи. Но по-прежнему... А, ну там дверь, кажется, открылась. Блин, минки, конечно, классные. Механика тоже продуманная. Да, дверь открылась. Ва-а-а! Михаил, не тупой! Ой, грейд на пушку. Посмотрим. Ага, камера наблюдения. Я не узнаю это место, но они явно двигаются типа в нашу сторону. Нас бы так просто не предупреждали. Правильно? Так, секундочку, у меня там чатик подвис. Смекалочка, смекалочка. Кинул гранату, она не взведенная, нормально все. Здрасте, пожалуйста, что это вы тут мне нагородили? Слишком сложно, друзья. Для гуманитария очень сложно. Очень красиво. Прям вот это в объеме классно выглядит. Так, что у нас по смоле? 23 смолы. Не впечатляет. Патрики для дробовика. Можно воспользоваться этим. И зарядить его. Но, видите, у меня 23 смолы. Для грейда нормального нужно 25+. Поэтому, видимо, надо смириться. Ну, одну вот, видите, подрезали стандартно. Давай, давай. Да, отпусти, ну, я ж... Ну, это 24, а не 25. А что это такое? Отключили, похоже, силовое поле. Ну, здесь я так погляжу, тупик. Нестандартная полка. Подумал, что... Но, видимо, это просто бутафория тоже. Ладно, давайте пойдем дальше. Берем греночку. От этого товарища мы вряд ли как-то избавимся. Дверь все равно не открыть. И еще одна бомба. Ага, вот смола. Ну вот 25 может быть. Давайте посмотрим, что мы там можем в целом сделать. Что можем улучшить. Начнем с пистолета. Он все-таки ходовой. Либо мы дождемся какого-нибудь нового оружия и будем его грейдить. Стрельба очередями, патроны уходить будут, отсек для пуль забей, лазерный прицел, слишком дорого. Не, давайте экономить, меня вполне устраивает сейчас наше оружие. И я полагаю, что тебе в люке что-то, что, где граната пролетала, что-то было. Вон там была смола? Ага, да, точно. Я забыл про нее. 26, но все равно надо копить, я думаю. Копить, ждать оружие для того, чтобы ценные вещи сразу прогрейдить. Нового тира. Ой. Ой. Ой, это что? Ты охренел, что ли, пес? Со щитом. Кинжал к бою. Ты ненормальный, что ли? Ай. Раз. А! Что-то больно как-то, не?
Где моя грен? Что происходит? Здоровья нет. Давай проверим. Что случилось с тебя? Что произошло, друг? Как сам? Витя, кто это был? Подождите, я попробую сделать это. Нормально вроде. Хорошо. Идем дальше. Да изи просто. Просто изи. Да, бульдозер опередил мысли мои. У нас одинаково голова плохо работает. Очевидно. Но он был каким-то жестким. Стреляет, что-то издалека щит какой-то у него. Ничего б себе. Ничего б себе. Обязательно нужно эту штуку открыть. Там и хилка, там и все. И провод, провод, провод. Явно тут с питанием беда, да? Тут, может, с той стороны стенки. Ууу. Ну, допустим. Допустим. Ой. Incoming, Alex. Ёп-РСТ. О, смола. А, там вон, я увидел только сейчас. Ой! Страшно. Локация чистота, звать помощь. Блин. У цели низкая мотивация сохранить преимущество. Выстраивай тактические преимущества. Ой. Выходим. Это так круто. Это так круто. Вообще. Такое погружение. Вообще. Выдели. Изи. Изи пизи. Так, еще. Я не выдержу еще одного, я думаю. Так, вижу, где можно подхиляться. Вижу закрытую дверь, вижу патрончик. Может пригодится, возвращаюсь. Ну, я к границе подхожу. Стратегия. Ну да, он был типа оглушен. Иду такой, выскакиваю. Бэк, бэк. Такой бобер. Такой прям. Такой бобер, бобер. Бдыщ, бдыщ. Так, то есть нужно сделать так, чтобы не сработала сигналочка, да, у нас... Может, уже, конечно, не критично, потому что все. Все уже в курсе, что я здесь. А, Сим-Сим! А, откройся. Сейчас пойду возьму хилку. И пойдем восстановим здоровье. Еее! Чпоньк! Чпоньк! Патрик еще. Отлично, фулл хил. Эй! И... это что такое?
контейнер. Угу. Ай, извините. Да тихо, я понял, был неправ. Был неправ. Классная тема. Ну что же, Кумцумир. Нормально, патроны, гранатка, смола. Лутаем. Соколу бы понравилось. А гранатка-то зарешала. Вот это вот дистрек-чищая. Возьму про запас еще одну. Так, тут все понятно. Сверху кабель это не принципиально. Здоровье полное, берем пистолет. 70 патронов, бобер готов. Ничего не оставил сзади? Ну там эти ящики, конечно, меня смущают. Но столько ящиков этих побил, они все без лута. Там дверь закрыта, поэтому... О, примечание, секундочку, склад. Только персонал, имеющий право доступа. Ясно. Идем дальше. Ох, опасное место, баррикады какие-то. Ох, не к добру это, а. Вижу врага. О. А как вы меня видите? Да. Серьезно? Как? Да ну бред какой-то. Ну! Падают, конечно, неэффектно, но по здоровью я, конечно, дико пострадал. Просто дико. Как они? Я стою от третьего лица в стенке. О, греночка была. Да. Возможно, ее надо было использовать. Надо посмотреть на них поближе. Тупик. О! О! Еще заряд. Для хила. Ладно, пойдем со мной, жук. Пока освобожу руку, но вернусь. Давай-ка так. Вернусь, посмотрю, что у них. И наверняка я здесь что-то мог пропустить. Шел. Мне кажется, что если выстрелить по... Да, надо стрелять по баллону таким товарищам. То есть, если он торчит, то лучше стрелять по баллону. Сразу как бы. Один выстрел, один труп. И плюс еще сплэшем по это самое... Сплэшем может покоцать друзей его. Так, ну в целом здесь я больше ничего не вижу такого, что нам может помочь. Поэтому идем. Идем лечимся. Класс. Эта тема с контроллерами новая. Новая. Мне очень нравится. Восстанавливаем здоровье. Кстати, удобно, ты вот когда восстанавливаешь здоровье, у тебя всегда открывается чатик. Удобно, как раз можно почитать в этот момент. Стопэ. Ну, давай так. Место такое подозрительное тоже, как будто перестрелка намечается. Ой. Так и есть. Ну, конечно. Ну,
подкоцали меня. О, серьезно? Ну давай, доставай. Блин. А, твою мать! Очень понятно. Ясно. Не, ну это жесть какая-то просто. Я пытаюсь достать гранату, он не достается. Пытаюсь достать гранату из этого, из-под сумка этого. Она не достается. Ой, музыка такая сразу. Ты понимаешь, что жопа. У тебя пистолет не перезаряжен, у тебя жизни мало уже после того, как тебя покоцали. Редгенил криво. Фух, ладно, сейчас разберемся. Гренку надо правильно кинуть. Этих отстрелить с пистолета, заранее перезарядиться желательно. Что у нас есть? Ну, давай. Это раз. Гренка в подсумке есть. Здесь тоже есть. Фулл ХП. Все нормально, давай. Вон и музыка сразу пошла. Что это такое, блин? Ух ты! Оп! Нет! Да блин! Где твой... Да почему ты не попадаешь, ты собака? Вот сейчас досталось. Работаем. А-а-а! Поработали, блин, поработали! Черт! Еще гренки. Гренка! Да твою налив... это не гренка. Что будем делать-то? Я вообще не попадаю, собака! Давай что-нибудь посерьезнее, посерьезнее, посерьезнее. Дробаш, ты готов, ты готов! Ты готов! Ух, я готов! Как? Да он жесткий, конечно. Да я гренку кидаю, она в стенку, и думаешь, ну что, ну как, он же должен был подойти ко мне. Поработано, да, поработано. Надо приноровиться, конечно, к стрельбе здесь. Очень, очень непривычно. Что там склад гренок позади. Фух. Поехали. Склад гренок. Ну, кстати, да, вот, пожалуйста, одна гранатка. Надо их подготовить здесь. Ну, хотя бы так выкинуть. Да блин, как... Я застрял просто. Пытаюсь зарядиться, пытаюсь включить. Да... Как я не попадаю там? Блин, он такой дикий. Он такой дикий. Готовимся. Вижу его. Прям хорошо. Прям хорошо ведь. Вставай. Он жив еще. Он жив еще. Вставай. Блин. В лицо не надо. Там еще один, конечно, но я в шоке. Патруль выжидательной позиции. Что по ХП? О, это еще не все. Да блин! Да как ты? Как я стреляю? Да я стреляю? Да что ж такое? Блин, вот
Вот это да! Это максимальный уровень сложности, между прочим. Но это кайф просто, вот эти вот закидывания гранаты, разные углы. Обычно, знаете, когда вы играете за компом, процесс кидания гранаты, ну, как бы мышка просто туда-сюда, а тут прям можно вектор задать. Прокинешь, не прокинешь, класс, ух! И он такой падает сверху, бэх-бэх-бэх. Надо приноровиться к стрельбе. Еще мишка подлагивает, не знаю почему. Я застрял еще, как обычно. Как обычно, Михаил. Мне надо 4 раза попасть еще. А, нужно попадать именно в нижнюю часть. Я понял. Так, а где у нас там гренка-то? Это не та гренка. Да, я вижу. Блин, плохо, он не успел дойти. Уже идет. Где же мне еще гранату взять, а? Опа! Меня подлагивает игра еще. Реально подлагивает. Не знаю, как у вас. У меня подспайкивает в шлемаке. Ё-моё, там еще один. Заряжает. Где ж мне гранату-то еще взять, а? Подсумки пусто. Ух ты. Работаем. Я пустой. Да нет, просто на этом компе у меня еще трансляция идет. Я попробую на следующий раз все-таки перенести кодирование на отдельный комп, потому что на этом как бы получается и игра, и кодинг. Такое часто приводит к тому, что нагрузка высокая, и у меня 970-я старенькая видеокарта, Ryzen нормальный, ну, не нового поколения, но все равно 6-ядерный и 3.6, короче, он нормальный. Видимо, на рендер не хватает в определенный момент. Но я слил все патроны для дробовика. Сзади на двух стульях патроны. Давайте проверим. Вполне вероятно. Так, это не два стула. Это не два стула, это не два стула. Но здесь действительно патроны. В общем, видели, он их ловит, и если два патрона, он их объединяет. Пальцами объединяет, ловит. Можно, конечно, зарядиться. А, один? Да ладно. Мне казалось, что там было два Патрика. Оказывается, один. Окей. Ладно, остаются только у нас патроны под пистолет. С противника ничего не взять. Ну, гренки хорошо отрабатывают. Правильно кинутая грена, она ваншотает, похоже. Мы идем дальше. Здрасте. Пожалуйста. Чатка, водка. В самое время. The time is now. Время пришло. Там, похоже, дверь. Какой-то труп впереди. Но очень реалистично, друзья. Очень хорошее погружение. Прям... Это, похоже, выход. Давайте проверим, что в тупике. Потому что блестит. На трупе. По крайней мере, мне показалось. Очень странное место.
Обычно такого не бывает. Ну что ты приходишь и делать нечего. О, смола же, вон. Она так неприметно лежит пачечкой. Мутировавший солдат, видите, он уже такой зомбарь. Зомбареподобный. Так. Идем назад. Выходим, похоже, на поверхность. Выход на улицу. Вот она, звезда. Куда нас? Ищи северную звезду. Вот же она, почему так говоришь. Вортигон сказал искать северную звезду, чтобы помочь его друзьям. Звучалось как ерунда. Так, ну... Подстанция Альянса. Ага. Тут все линейно, нам просто... Видимо, на эту подстанцию нужно забраться, которая генерит энергию для бункера. Бункер или убежище, там Волт сказали вроде. Осматриваемся. Остановка, машина. Класс. Погружение невероятное. Ага, вижу. Еще тиснули смолу. И еще одну. Тележка может пригодиться, она какая-то яркая. Ручка у нее яркая. Как будто тоже имеет что-то. Имеет какую-то роль. Здесь. Так, а тут. Не разбить, да? Спокойно, спокойно. Без паники. В машине ничего. Так, ну давайте тогда вон туда. Нам, похоже, как-то наверх вон забраться необходимо. Да, вижу. И заход, видите, и шприц тут. Который, кстати, вполне можно спокойно юзнуть. Это здоровье, кажется, у меня было чуть не полное. А туда не забраться, похоже, да? Да я понял, понял, я знаю, куда идти. Просто я не хочу пропустить Лутецкий. Ну, пожалуйста. А вот и путь в отель. Здесь, когда оказываешься в замкнутом пространстве, конечно, хочется опять взять дробовик в руки. Загрузка, да? Нормально. Фибоначчи говорит, для меня VR лучшее, что купил себе за 10 лет. Попытался объяснить ощущение бесполезно, все равно, что объяснять вкус мороженого человека, который никогда его не ел. Сходи в VR-клуб, попробуй. Да. Либо друг, либо какой-нибудь клубешник, просто чтобы понять, оно твое или не твое. Но надо помнить, что на VR все еще ограниченное количество игр. То есть их. То есть количество устройств определяет целесообразность изготовления игр. Ну, понятное дело, если есть рынок, хотя бы базовый какой-то. А учитывая то, что VR это такая пока штука. Ну, не знаю, сколько она сейчас стоит, правда. Вроде следующую версию VR там вообще за 300 баксов планируют продавать. Но, в общем. Игр маловато. $300, говорит, видите? Угу, ну да. Так, я вижу... Да твою ж... О-о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 -
weird. And the power's out. Looks Во-первых, like we're taking the stairs. Ага. По лестнице. Тут какой-то новый тип врага.
быстрый, резкий и очень с неприятными звуками. Очень с неприятными звуками. Я ж тебя-то не приметил, блин, пес. Не надо так сейчас стрелять. Он успевает закрыться. То есть у нас совсем, да? Электричества нет. Окей. Зато он выплюнул мне патроны, видите, какой? Благодарный. Друзья, сколько времени? Мне кажется, что уже скоро 12, по ощущениям. Ёпрысоты. Вон он. Это хэдкраб простой. Да как ты прыгал сквозь стенку? Мертвым уже прыгнул, надеюсь. Я живой еще, тварь. Без 12-12. Ну, понятно. Это мой уровень. Так, тварь еще одна впереди. Ай, четвертый промахнулся. Серьезно? Живой еще, гад. Ладно, пока нормально, пока нормально. Берем тут. Перезаряжаем дробаш на будущее, а вдруг война. И следуем окружению. Ну, на этот раз, кстати, с каждым разом все лучше и лучше. Если вы там почувствуете первый... Банач 1. Поддержал ваш канал на 100 рублей фортепиано? И сообщает... Да ладно, можно играть. Фортепиано. Ну, тут же он не фиксирует все пальцы, правильно? Hey, Russ. Name a song. Flight of the Bumblebee. Coming right up. Я не знаю, как это сделать. Как... Какими пальцами я тут могу вообще играть? Большими? Ну, приблизительно так же я играю в реальности. Ну, на самом деле, вы не можете. Вот я сейчас сгибаю пальцы, а он считывает движение только указательного и большого. И то, как бы, немножечко. То есть, все-таки контроллеры, они такие... Не все читают. Ну, это тоже вопрос времени. Если понадобится, можно и детализировать, да. Как угодно. Фано, да, я не подумал, что... Что фортепиано тут нам... Угу. Как же все-таки классно здесь, а? Жалко, так нельзя сделать. Да, хорош. Угу. Щитки, давай вернемся к плану с лифтом. Хорошо. Ставим эту штуку. Пошло питание, соответственно. Здесь мы попутно еще посмотрим, что... Что в этом боксе. Самое простое, наверное, вот как-то вот так. А, они еще двигаться начинают. Прикольно. Новый уровень сложности. Так, есть чутка патронов и гранатка. Гранатка, да, я думаю, пригодится. У меня есть одна с собой. Ну, возьми. Вон еще, как видите. За ящиками могут быть полезные вещи. Класс. И довольно хорошо он читает движение. То есть надо приноровиться, конечно, но в целом очень комфортно, естественно. Видимо, потому что отталкивались от, ну, от движений. То есть контроллеры делали, исходя из того, как ты вообще можешь руками что показывать можешь руками. Хотя странно, не все можно показать.
Вон там еще, вижу, за ящиком есть патрики. Так, а может нам стоит здесь немножко поковыряться? Here we go. Так. Здесь понятно, здесь по... Это назад, окей. И она проходит за стенку. Так, а давай-ка мы щиток откроем этот. Ага. Блин, как же продумано все. Так. Стоит ли сюда заводить его? Ага, один, да? Патрончик надо тиснуть. То есть, очевидно, нужно сделать так, чтобы питались у нас все вот эти вот... Мне любопытно, куда он дальше пойдет. Абсолютно ненужная розетка. И куда ты хочешь, чтобы я тебя завел? Power's back on. Let's check the elevator. Я не знаю, как это сделано, но ладно. Почему здесь не надо было все вот эти вот три делать? Ладно, хорошо. Наверх еще заходит питание. Мне кажется, сейчас кто-то нас встретит. По классике жанра, знаете. Во-первых, был монстр, которого нам показывали. Во-вторых... Да, я хотел, на самом деле, картину снять. Думал, что за картиной может что-то быть интересное. Но похоже, что нет. Но сам факт того, что можно так делать, это тоже многообещающая штука. Так, здесь не обязательно, да, уже ничего делать? Не, ну куда-то можно завести. Кроме света. Подождите. Куда подчеркивание, он маст, подчеркивание, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо, маст. Осталось 5 минут. 5 минут, 5 минут. Ага. Как будто дверь реально нужна. В смысле это... О, да, прикольно. Так, и лифт работает. Power back on. Фух. Поехали. Воу. Спасибо. Похоже, мы лезем по лестнице, говорит она. Ну ладно, похоже, так похоже. Так, я пытаюсь понять, как... А, по лестнице я забыл, что надо забираться тоже. Вот так вот. Прикиньте. Это удивительно. Так, тут надо, видимо, допрыгнуть, да? Я пытаюсь с собой... Все-таки донести. Оп. Прыгаем. Но мне кажется, сейчас замес опять будет какой-то. Очень тревожная музыка играет. Такая не тревожная, на самом деле. Настораживающая. Угу. Вижу.
This place is overgrown. How dangerous do we think this stuff really is? Well, it is spores from another dimension, so probably... Yeah, extremely. But a rare opportunity to examine alien flora up close. Да, прекрасная возможность поизучать оленей. О, видите, летают какие-то штуки. В ящике наверняка есть лутецкий. Мне кажется, я немножко как дурак действую с этими, с гранатой в руках. Ну как-то с ней мне почему-то спокойней. Не знаю, как это объяснить. Я не знаю, куда она делась. Но с ней мне как-то спокойней. Заросший холодильник. Очень реалистично. Очень. Я вижу смолу в третьем ящике. Просто хотел проверить. И первый, и второй. И верхние ящики тоже открываются. Класс. Все. Совсем можно взаимодействовать. Это очень круто. Он не обратил внимания. Кирпич. Каска слетает. Бедолага. Да, это жиза. Мне кажется, надо закинуть будет гренку, избавиться от нее. Но они вроде пока не сильно мне мешают. Ладно. Идем до сейва, друзья, до сейва. Голова уже немножко кружится. Вот. Местами резких перемещений. Местами из-за вот того, что ты вперед идешь. Но... О, граната еще одна. А давайте тогда, да, действительно, раз нам дают гранату, у меня одна в подсумке. Эту попробуем. Оп! Ага. Закинуть. Ну что, добро пропадать, правильно? Очень стрёмно. Очень-очень-очень стрёмно. Ой. Ой. Ой, взрывается, что ли? Осторожнее с прыщами. Вижу эту... Очень они странные. Но почему-то они не пробиваются. Я думаю, что они будут с одного удара минуситься они. А они, видимо... Ага. Алекс? Ну, на этом мы закончим. Алекс, ты там? Фух, друзья, спасибо, что смотрели. Завтра у нас в ЦГ нет днем, поэтому, скорее всего, увидимся с вами ближе к вечеру. Ух, я пойду отдыхать. Ой, добро пожаловать в реальность. Все, все, увидимся завтра. Пока-пока-пока. Скорее всего, Диабло, а потом VR. Half-Life.